Поезд Деда Мороза побывал в Ярославле. Команду главного новогоднего волшебника встретили на перроне городского вокзала. Для участников мероприятия подготовили праздничную программу. Стоит отметить, что билеты на представление были раскуплены за считанные минуты. Но даже те, кому не удалось попасть на концерт, смогли посетить вагон-ресторан и передвижную сувенирную лавку. Я вижу поезд Деда Мороза в первый раз. Я очень рада была его увидеть. Мне очень понравилось. Я считаю, что каждому взрослому тоже нужно верить в чудеса, потому что все мы немножко дети в душе.